Сейчас полечим тебя и быстро поедем домой. Ну вот, и вылечили твое бешенство. Мне тут не нравится, я ухожу. Мама? Мама, ты где? Мама? Добро пожаловать в цифровую больницу! Что? Эй, куда вы меня тянете? Лечиться! Фокус, фокус! Абракадабра, Лео! Здравствуй! Бегом в изолятор! Ужас! Может, в этой больнице есть хоть кто-то адекватный? Теперь ты температуру мери! Не буду! Я на тебя нажалась, главврачу! А это что за парень? Привет, я Кэсси. Привет, я Зак. А ты почему тут? Нога. Уже жду, когда меня отсюда выпишут. Тут все психи. Да, я заметила. А ты как тут очутился? Помню, проходил мимо больницы, а потом все как в тумане. И нога сломана. Какой ужас. Я тоже. Пришла с мамой, а потом она куда-то пропала. Ничего, будем держаться вместе. Да, попытаемся узнать секрет этой больницы и как отсюда выбраться. Да. Пойдем в палату? Привет, маленькая любительница цирков. Я главврач Кейн. Как тебе наша больница? Здравствуйте. Да нормально. Больница как больница. Слушай, а ты не хотела бы остаться у нас, ну... Так, январь, февраль... Ну, например, насовсем... Я не хочу оставаться. Я хочу домой. Оставайся. Будешь артисткой моего цирка. А, все в порядке. Продолжайте смотреть спектакль. Не буду я у вас артисткой. Мне у вас не нравится. И на 100% уверена, что это не какая-то больница, а дурдом. Ну ничего. Я еще придумаю план. Как заманить Кэсси в мой цирк? Слышала, он про какой-то план говорил. Еще что-то хотел от Кэсси. Кэсси такая хорошая, я не хочу, чтобы ее обидели. Нужно выяснить, что главврач Кейн хотел от Кэсси и узнать его план. А я к вам на прием. Мне глаз раздуло. Беда. Алис, сажайся. О, сейчас нужно твой глазик немножко подлечить. А вы уверены, что это поможет? Согласна. Капли. Вон какие малюсенькие. А твой глаз... Вон какой большой. И что же делать? Вот что же делать? Я придумала! Алло? Ого! Какие большие! А ты свой
видела? Не дергайся! Спасибо, доктор! Так, сейчас я выпишу тебе рецепт. Итак, что бы такого придумать? Так, литр кефира, брусок мыла. Доктор, помни, а вы давно видели главврача Кейна? Ну вот недавно, да, заходил. О, ведро рыбьего жира. Внутри мясо! Ага, а может быть, вы знаете что-то о его планах? Планы? Он ищет себе новую артистку в цирк. Уколы. Не-не-не, это слишком банально. Ого, новую артистку? А это как-то связано с Кэсси? Не знаю, но он ее искал. Так значит, он задумал заточить ее тут, в цифровой больнице, и сделать из нее артистку цирка? Ну вот, держи, приходи еще, рогата. Спасибо. Бедная Кэсси, нужно предупредить ее обо всем и помочь сбежать отсюда. Зак, срочно! Некогда в кафетерии рассиживать, нужно бежать. Серьезно? Ну не бежать тогда, а очень быстро идти, прям очень. Да что ж такое? Я нашла выход из этой больницы. Мы спасемся и выберемся. Чего ж ты сразу не сказала? Ну, конечно, бежать нужно. Вот эта дверь, откроем ее и сразу же попадем домой. Не пущу. Что, хотели убежать от меня? Ну да. Ну так же ж нечестно, мы же даже не вылечились. Мы не хотим тут находиться, у вас работают одни шизанутые. А еще мы узнали, что таких же шизанутых вы хотите сделать из нас. И запереть нас здесь навсегда. Детишки, ну чего ж вы такие пугливые? В цифровой больнице ведь очень весело. Каждый день какой-то цирк. Зачем вы нахолдовали эти замки? Чтобы мы не выбрались, да? Ну не совсем. Не все так просто. Я не хочу, чтобы вы просто так уходили. Я хочу представление. Решил класс нам устроить. Ну хорошо. Ну быстро отвечай, как открыть эти замки. Квест? А это ты хорошо сказал. Чтобы открыть замок, вам нужен ключ. В вашем случае их 4. И где же найти нам эти замки? Один вылеченный вами пациент рождается одному ключу. Что? Мы теперь станем врачами? Я же не умею лечить людей. Какой ужас. Привет, Кэсси. А ты что, не сбежала? Нет, главврач Кейн застал нас во время побега. Так ты теперь врач? Ага. Нам с Заком, чтобы выбраться отсюда, нужно вылечить 4 пациентов. Таковы условия главврача. Эй, а может ты хочешь прикол? Нет. А тебе нужны пациенты, да? Только ко мне никто не придет. Какой из меня врач? Ну, если хочешь, вылечи мои глаза. Правда? А ты давай проверим твое зрение. Полис. Называй буквы, которые я показываю. Т-им. Блин, все неверно. Так, я прописываю тебе очки. Надевай. Надеюсь,
я тебя вылечила. Давай еще раз. Блин, не сработало. Китти вправду невозможно вылечить. У нее же пуговица вместо глаза. Она никогда не сможет хорошо видеть. Ну что, ты сможешь мне помочь? А что, если я жульничаю? В этот раз ты будешь повторять за мной. Давай попробуем еще раз. А разве так можно? Не знаю. Давай попробуем. О! О! Л! Л! П! П! Офигеть! Это сработало! Хотя чему я удивляюсь? Это же цифровая больница. Тут может произойти все, что угодно. Рогата! Тебя вылечили! Смотри, первый ключ есть. Отлично, Кейси! Я рада, что смогла тебе помочь. Расскажите о вашей проблеме. Я застряла! Застряла в этой больнице навсегда! Я чувствую себя птицей в золотой клетке! А вы не пробовали посмотреть на проблему под другим углом? А? Ну, поищи в этом всем что-то позитивное. В больнице твои друзья, веселье. О, я понял! Ты не можешь радоваться! Мне осталась только грустная маска, а маска ковиди, я разбила! Ха, так дело только в этом, сейчас все решим. Вот, держи. Вау, я выставила все эмоции. Вау! Ключ. Мы на шаг ближе к побегу. Что происходит? Почему бегаешь? Не трогайте меня! Ты еще кто? Рогата? Ты что тут делаешь? Спряталась от кролика Джекса. У него блохи! Я же могу его вылечить и получу за это ключ. Кэсси, что это там у тебя? Это спрей от блох. Я побрызгаю Джекса, и они сразу же исчезли. Супер, давай скорее, а то блохи совсем закусали. Внимание, на счет три я распыляю спрей. Раз, два, три. Ой, что такое? Он пустой. Ну блин, я никогда отсюда не выберусь. Это ничего. Джекс прав. Существует же закон бесконечных жидкостей. Что? Какой еще закон? Забей. Напоминаю тебе, что эта больница цифровая. И что? Тут может случиться все, что ты можешь себе представить. И? Просто представь, что баллончик полный. Что? Все время? Так можно было делать, и вы молчали? Ладно, я попробую. Не перестарайся, тут туалет далеко. Отвалите, я пытаюсь. У меня что, получилось? Ура! Он полный! Ура! Ура! А теперь раз. Вау! Спасибо, Кэсси! Ура! Я это сделала! Ну, супер! Да.
же два ключа. У меня один. Где еще искать пациентов? Я тоже не знаю. В этой больнице такое чувство, что все здоровы. Ты глянь на него. Ходит веселый, как ни в чем не бывало. Ага. А нам нужно лечить кого-то и собирать дурацкие ключи. Ой-ой-ой-ой-ой, как зуб болит. Опять? Главврач Кейн, вы же обещали не кушать больше сладкого. Я не могу. Оно у меня само по себе как-то во рту появляется. Ай-яй-яй-яй-яй. Точно. Мы обратим игру против него самого. Это как? Если нам некого больше лечить, тогда мы вылечим его. Гениально, Кесси! Добрый день, вы как? Зуб болит? Сейчас вылечим. Не-не-не-не-не-не! Стойте, вы куда? Лечиться. Как я же... А теперь покажите ваши зубки. Ну и зачем вы меня похитили? Что вам надо? Мы вас не похищали. Мы хотим вас вылечить. Вы наш пациент. Какой зуб у вас болит? О, вот этот. Ева не смогла его вылечить. Думаю, у вас тоже не получится. Вы запринят. Больно! Они меня мучают! Опять работа! Ну отвалите! Да свершится правосудие! Во имя света! Так, срочно наказать их! Быстро в изолятор! Нет! Будет исполнено! Отпустите! Что? Отпустите их! Как прикажете! Да что с вашими санитарами не так? Почему они разговаривают, как будто сбежали из дурдома? Не обращайте внимания, они просто геймеры. Моя жизнь принадлежит Орде! Ложная тревога. Видимо, вы и правда умеете лечить зубы. Ничего не болит. Не отдам! Что? А я тут так подумал. Такие профессионалы, как вы, нужны мне здесь. И вы будете моими личными врачами. Вот гад! Нужно за ним проследить и стырить ключ. Да, нам пора уже домой. Ты видишь его? Не. Смотри, приперся. Нужно как-то его отвлечь и сорвать ключ с шеи. Кесси, только не потеряйся. Хорошо, только теперь работаем по плану. О, Харель! Джекс, ты что, украла мою еду? Что? Как ты смеешь? Нет, ты украл. Вы вообще курсы, ну что договориться? Украл мою костяшку! Я найду воришку! Квен, ты что, с моего подноса воруешь? Да нет, это какой-то бред! Всем стоять, я буду драться! Получилось. Так, что происходит? А ну быстро угомонитесь. Теперь бежим. Времени вывалим! Ну что же моя подруга? Вывалим! Офигеть! Это же Кисиза! Что?
Откуда взялся еще один замок? Это, наверное, главврач Кейн постарался, чтобы мы опять не смогли выбраться. И что же нам делать? Снова кого-то лечить? Никто из пациентов не захочет у нас лечиться. После погрома в столовой они нас ненавидят. Думаешь, они поняли, что это мы? Конечно, поняли. Наверное, нужно отложить идею с побегом. Нет! Нет, мы найдем кого вылечить. Выход есть всегда. Нельзя сдаваться, понимаешь? Кейси, ты чего? Кажется, я нашла своего пациента. Я вылечу твою ногу. Чего? Быстро в кабинет. Я знаю, что делать. Давай, давай, давай. Агата, главврач Кейн, вы в порядке? Помни. Что случилось? Вас главврачом заключило! Мы думали, вас уже не спасти! Но почему? Кэсси и Зак устроили погром в больнице, и они всех рассорили! Кэсси и Зак, я покажу им, как выводить из строя наших персонажей! Агата, что с тобой? Обезвредить врагов! Обезвредить врагов! Запущена программа уничтожения. Ой-ой-ой, у меня все настройки слетели. Отправиться на поиски нарушителей срочно. То, что здесь происходит, меня начинает уже пугать. Я так и знала, что главврачу Кейну нельзя доверять. Я помогу вам. Главное, чтобы нас никто не успел найти. Быстрее. Так, как мне вылечить твою ногу? Если честно, это вряд ли возможно. Она сломана. И что? Нужно ждать, чтобы кости сами срослись. Так, нет времени. Нам нужно получить ключ. Кажется, нас нашли. Будем пробовать. Не помогло. Я уже не знаю, что делать. Все безнадежно. Откройте дверь, иначе сломаем! Отвали, Амбал! Кейси, ну прекрати. Может, нам и не стоит сбегать отсюда? Я не хочу всю жизнь провести заперти. Знаешь, когда я был тут один, я очень хотел сбежать. А что теперь? А теперь мне не важно, где я буду, главное с тобой. И меня я пушку! Заткнись! Тебе со мной хорошо? Да. Раньше я был одинок и ни с кем не общался, но ты все исправила. Зак. Ключ! Что? Ну как это возможно? Я же не вылечила твою ногу. Ногу, может быть, и нет, но зато ты вылечила мое одинокое сердце. Ломаем дверь! Что же делать? Нам нужно бежать. Блин, мы сможем телепортироваться. Чего мы под дверью стоим? Точняк, думай, тупые! Блин, они скоро будут тут. Другого выхода нет. И идем. Где они? Мы опять опоздали. Это ты виноват. Нет, ты виноват. Где мы? Неужели в школе? Мы что, выбрались из этой цифровой больницы? Получается, что да. Стоп. Так все это время выход был за окном? Получается, за той дверью было что-то другое. Главврач Кейн просто над нами издевался. Мы пытались открыть дверь, за которой ничего не было. Интересно, сколько нас не было? Чего? А
Один день? Время в больнице идет очень медленно. Обещаю тебе, мы никогда не пойдем в ту больницу. Ни за что на свете. Зак, ты же меня не бросишь? Что? Я имею в виду, мы же останемся друзьями. Конечно же, Кейси. Что за вопросы? А теперь идем на уроки. Опа. О, как новенький. Я не понял. А чего стоим? Работать! Давайте. Мистер Кейн, у нас плохие новости. Пока вас заглючило, пациенты Кейси и Зак сбежали. О нет, это же трагедия. Так, нет, все нормально. Ничего, я их найду. Обезвредить. Так. А что это случилось с нашей красоточкой? Система накрылась. Нужно поменять настройки. Сканирую вражескую территорию. А мне она такое даже очень нравится. Это же лучшая версия рогаты. Рогата стала злой. Она такой не подгадит. Да, это пустяк. Ей очень идет. У меня на обновленную рогату есть особые планы. Какие? Так, смотри. У тебя есть определенная миссия. Ты должна найти девочку Кейси и привести ее сюда. Наш цифровой цирк ждет ее в числе артисток. Задание принято. Режим поиска активирован. Супер! Осталось подождать совсем чуть-чуть, и Кейси будет моей! Так, стоп. Что-то давно я не видел Помни. Где она? Я больше не позволю этим циркачам дурить мне голову. Все в этой больнице сходят с ума. Я не хочу сойти с ума вместе с ними. Выход! Я искала его так долго, а он, оказывается, все это время был в моем кабинете. Куда ты собралась? Санитары! Что вам нужно? Это мой кабинет! Хотела сбежать? Не выйди! Да с чего вы взяли, что я хочу сбежать? Я вообще-то в этой больнице уже очень-очень давно работаю. Уже как 3 часа. С тобой вечно были проблемы. Из-за тебя главврач Кейн все выходы закрыл. Кроме одного! Взять ее! Пустите меня! Я ни в чем не виновата! Я просто хочу на свободу! Свободы не существует! Мир за пределами этой больницы – выдумка! Но врач, главврач Кейн заключает нас тут всех незаконно! Мы были раньше простыми людьми! Кейн! Хватит слушать бред! Успокой ее! Что вы со мной сделали? Я должна предупредить Кейси. После всего этого кошмара оказаться в школе просто супер. Ага. Зак, нужно срочно поговорить. Помни, ты чего здесь делаешь? Зак, ты чего там застрял? Одну секундочку. Они идут за Кейси. Я тоже хотела сбежать, но меня поймали и посадили в подвал. Хватит рассказывать мне этот бред. Мы больше не в вашей больнице. Нет. Я не мог пару книжек найти. Ты такая красивая и добрая. Слушай, нам нужно поговорить. А что случилось?
случилось? Ну, о нас и наших отношениях. Отношения? Ну, о нашей дружбе. Ты мне как бы друг? Ну, не совсем. Ты как бы супер друг, но при этом... Да, именно это я и хотел сказать. Ты мне тоже очень нравишься. Это получается, мы теперь пара? Ну, получается, да. Супер-пупер, Кесси, ты самая лучшая. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже. Ладно, я побежал на биологию, но я скоро вернусь. Пока. Я буду ждать. Объект обнаружен. Схватить! Ой, как-то тут страшновато. Жуткое местечко. Сфоткайте меня, кто-то тут. У кого телефон заряжен? Дура, у нас телефон еще неделю назад сели. Я даже не знаю, в каком мы городе. Что делать? Как посмотреть, что на улице? Мне страшно выходить. Да, даже камеры не работают. Что делать? Что делать? Что это? Странный звук. Очень странный. Нужно быть осторожными. Мелани, откуда у тебя лазер? Лучше не спрашивай. Вирус. Мы его создали! Чё, реально? Не думала, что выйдет так. Жесть, какая она громкая! Ой, упала. Сейчас проведем опыты и узнаем особенности этого вируса. Ребята! Это ужас! Людей нет! Мы никого не встретили! Нужно срочно в бункер, тут страшно! А где эта тупая Элис? Она же с вами была! Ее укусили, и она стала такой же девушкой с черными глазами! Какой ужас! Из этого бункер! Быстро! Ого! Вы так нормально затарились! Да чтобы надолго хватило. О, вода! Дайте мне! Ты чё офигел? Спроси! Ты чё, дерзкий? Тайлер, ты теперь будешь на нас орать из-за воды? Да! Все быстро подошли сюда! И что ты хочешь? У нас будут правила в бункере. Мы экономим. Пьем мало воды, чтобы хватило надольше. Может, еще и в туалет ходить по твоему разрешению? Я против этих идиотских правил. Кто против, тот быстро отправится к тем девкам с черными глазами, ясно? Псих! Где эта истеричка Ева? Не понял. Ах,
Фух, только рисование меня успокаивает. Чёрт, иди! Что, нельзя? На свадьбе собрание было, а ты тут сидишь, ноешь опять! Отвали, ты меня бесишь! Чё ты там калякаешь? Эй! Да тебя не учили, что брать чужие вещи нехорошо! Это же я! Чё? Нет! Тебе показалось! Анна. Ребята, нужно поискать аптеку или больницу рядом. Там есть лекарства. О, Джесс, зачем тебе туда идти? Тут и так безопасно. Ну, лекарства хоть какие-то. А может там вакцина от вируса есть, и мы не заразимся. Точно, погнали. И в этот раз мы будем аккуратнее. Только пойду Тайлеру ей скажу. Ой, надеюсь, ты нас отсюда не выпрыгнет, чудовище. Чудовище, тут только ты! Тише! Не издавайте лишних звуков! Да-да, будьте тише! Эй, ты чего отстал? Шнурки развязались! Вы идите, я вас догоню! Что-то тут не то! Ага! Эй, идемте уже! Смотри, он свалил! За ним, быстро! Ребята, вы идите, мы вас догоним. Только Зака найдем. Это дом Гарри. Тут точно есть то, что мне нужно. Так, где же эти документы? Где? Вон он. Жесть. Значит, Зак пришел за чем-то конкретным. Мы сейчас узнаем, что он тут делает. О-о-о! Это оно! А, попался! Попался! Отпустите! Ребят, вы чего? Быстро говори, зачем пришел в этот дом! Так я случайно, просто посмотреть хотел. Не ври, мы видели, что ты искал документы. Ладно, ладно, я вам все расскажу. Я разрабатывал этот вирус, ну точнее, я помогал. Чего? А как ты оказался с нами в одном бункере? Ну, я плохо работал, и меня туда засунули. Эксперименты вируса должны были проводить над нами. Но вирус выбрался в город. Выходит, хорошо, что мы были в бункере. Так а что ты делал тут? Есть вакцина от вируса, и я хотел посмотреть, как ее приготовить. Отлично, значит, ты сделаешь вакцину и поделишься со всеми. Понял? Да, да, хорошо, только не трогайте меня. И где нам искать эту аптеку? Мы уже далеко зашли. А зачем нам аптека? Давайте в торговый центр сходим. Зачем? Ну сейчас же очень много заброшенных магазинов. И там по-любому остались шмотки. Какие шмотки? Наша жизнь сейчас висит на волоске. Ариэль, не беси меня. Такое ощущение, что все девушки тупые. Не надо, не все такие. Ага, ты еще и истеричка. Все, я устала. И не могу больше идти. Интересно, а много ли этих девушек с черными глазами? Ева, побежали! Быстрее, быстрее! Тихо, тихо, тихо! Капец, эти монстры страшные! Она тебя не укусила? Нет, нет, все хорошо, не переживай. Нужно держаться подальше от этого места. Да, давайте быстрее. О, пошли. Давай, иди. Иду, я иду. Хорошо, что аптеку нашли. Да, сейчас найдешь нам вакцину. Я забыл, как она выглядит. Да кому ты рассказываешь? Давай вспоминай. Ладно. Нужно кое-что смешать. Так. Давай быстрее! Кажется, это подойдет.
Отлично! Тут на всех хватит. Отнесем и ребятам. Нет! Ты никуда не пойдешь! Ты что делаешь? Я сейчас вылью это на голову Кристи, и она станет лысой! Или она отдаст мне вакцину! Так, тише! Зачем тебе так много вакцины? Я ее никому не отдам! Мне больше достанется! Нэй, сделай что-нибудь! Я тебя уничтожу! Нэй, давай, тащи его! Умоляю! Ужас, он убежал! Вот подлец! Ну ничего, главное, что вакцина у нас! Ребят, а где Зак? Вы же за ним ушли. Не хочу вас расстраивать, но он предатель. Он признался, что разрабатывал вирус. Жесть, если бы я только знал, я бы ему навалял. А мы снова встретили монстра. Он чуть не покусал Еву, но вроде все обошлось. Да, Ева? Да, Тайлер вовремя меня спас. Спасибо еще раз, Тайлер. Ты главное не ной больше. У меня еще печенье есть. Как раз в магазин проходили, берите. Тут столько калорий, а я сегодня так много съела. Ой, бедная и несчастная. Жри молча, может, это вообще последняя еда в твоей жизни. Ребята, это опять они! Я боюсь! Это же Элис! Она же сидела с нами в бункере! Теперь она одна из них! Да никогда от них не спрятаться! Они как будто знают, где мы! Они нас всех сейчас закусают! Ребята, вы бегите, а я их отвлеку! Стой, не надо! Эй, девки! Идите сюда! Хотите прогуляться со мной? Давайте, давайте! Ближе подходите! Его укусили! Он превратится в монстра! Стойте! Он не шевелится! Офигеть! То есть только девочки превращаются в этих существ, а мальчики... Жесть! Ну, наконец-то мы сможем провести опыты над ней! Могу поверить! Сами создали это! Мелани, ты совсем уже? Прости, я просто нервничаю. Посмотрим, сколько этот монстр сможет выдержать. Ой, еще! Она сильная! А как мы назовем всех девушек, которые заразились? Кажется, я знаю как. Мурены. Вау, как красиво звучит. А теперь мы проверим нашу сыворотку. Как оно на ней? Много капнем на лоб. И 3, 2, 1. Ой, что-то я ее боюсь! Да мне это не нравится! Надеюсь, маска меня спасет, и я не заражусь! Мне кажется, она стала сильнее. Нужно ее поймать. Спасите! Монстр, отпусти ее! Блин, они еще и кусаются. Спасибо.
тоже стану такой. Спокойно, у нас есть вакцина. Блин, кажется, Ампа с вакциной потерялись. Сделай что-нибудь, я не хочу быть уредой. Что она тебе сделала? Для начала не ных. Да уж, это, конечно, жесть. Мы с Нейтом нашли вакцину. Зак, конечно, хотел ее забрать, но у него ничего не вышло. У нас есть возможность обезопаситься? Думаю, да. Берите шприцы и набирайте. Фух, надеюсь, сработает. Ребята, у Тайлера есть еда. Кто-то хочет перекусить? А давайте лучше затусим. Врубим музыку на всю, как раз там радио есть. И наедимся всего. Как ты можешь развлекаться? Вы же, ребята, Элис Нейт, их с нами нет. Да мне пофиг. Или ты хочешь, чтобы я постоянно рыдала, как ты? Так, все, я хочу потусить. Может, это вообще последняя вечеринка, правильно? Я в этом не участвую. А я участвую. Где это бешено? Тайлер, ты забей. Давай лучше танцевать. Я сейчас вернусь. А это что такое? Кажется, эти монстры уже здесь. Валим, в бункере уже опасно. Только нужно Тайлера и Еву забрать. Я скоро превращусь в монстра. За что мне это все? Эй, ты что, тебе плохо? Нет, все хорошо. Так чего опять плачешь? Да мне просто грустно немного стало. Не обращай внимания. Ладно, идем, все будет пучком. Ева, Тайлер, Валим, быстро! Идите аккуратно, они здесь. Неужели эти гадины нашли наш бункер? А где Ева? Шла с нами. Ева, что такое? Тайлер! Тебя укусили, Ева! Почему ты не сказала? Я не хотела, чтобы вы переживали. Она стоит монстром! Ариэль, заткнись! Мы же все вакцинировались. А так, может, все будет хорошо? Кажется, ей плохо. Нужно сбежать из города! Вы идите, не ждите нас. Эй, ты останешься здесь? Я не хочу подвергать вас опасности. Тайлер, ты совсем? Бери Еву, и мы уйдем все вместе. Не нужно никуда разделяться. Идите, я сказал, оставьте нас. Ну что, все хорошо? Вроде да, вакцина помогла. Отлично. Хорошо, что эта Мурена убежала. Здравствуйте, и я пришел и готов вам помочь. Тебе кто позволял туда приходить? Простите, у меня не было выбора, я боюсь этих монстров. Ладно, как там ребята из бункера? Они хотели вакцину, и я им ее дал. Ты что, идиот, как ты посмел? Спокойно, там была просто водичка с красителями. Они что, знают? Ты рассказал про нас? Нет, нет, не переживайте. Я же сказал, что никому не расскажу нашу тайну. Им все равно конец, никто не выживет. Ладно, мы разрешаем тебе остаться у нас. Как-никак ты много сделал для нашей корпорации. Спасибо большое, я вас не подведу. Смотрите, машины! Неужели мы сможем выбраться? Что такое, она закрыта? Ну все, нам точно конец. Ариэль, не нагнетай. Гарри, это что такое? Ты пытаешься открыть, а выхода нету. Хоть бы вышло, хоть бы вышло. Давай, Гарри, давай. Ребята, там
пытается взломать дверь. Там чудище! Теперь нам точно конец! Дурацкая машина! Открывайся! Открыто! Открыто! Ребята, если что, мне очень нравилось проводить с вами время. Мне тоже. Какая же она страшная. Ого, она уходит. Походу. Ох, мы еще поживем. Спасибо вселенной. А где Тайлер и Ева? Что с ними? О, точно, нужно срочно за ними. Выходи! Это опасно! Ариэль, а если бы тебя оставили в беде, что бы ты делала? Мне пофиг на всех, но у нас есть шанс бежать! Вот ты и беги, а я иду спасать Тайлера! Так, что тут у нас? Ого, я такого не видела. Это то, что мне пригодится. Так, вы, закрывайтесь в машине, а я за ребятами. Нет, мне страшно! Быстро в машину, там посидим. Тайлер, кажется, я не смогу выжить. Не думай об этом, сейчас тебе станет легче, и мы уйдем. Вакцина, она не действует. Мне хуже с каждой секундой. Держись, ты сильная, я буду рядом. Тайлер... И напоследок, я хотела тебе признаться, ты мне нравишься. Знаю. Ты думаешь, я не догадался? Ты ведь не просто так меня рисовала. Ты, наверное, думаешь, что я ненормальная. Если честно, ты мне тоже понравилась. Просто я не смог признаться при всех. Тайлер, пообещай, когда я стану монстром, ты от меня избавишься. Нет! Ева, перестань, прошу! Прощай! Нет, 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 Ева! Нет! Почему она? Нет! Ева, ты сейчас меня укусишь, да? Ну, значит, так нужно! Ого, почему ты меня не кусаешь? Неужели ты так сильно меня любишь? Ева! Тайлер, что случилось? Маюша! Валим! Гарри, что ты наделал? Ева, она могла выжить! Она монстр! Тайлер! Нет! Нет, Ева! Кажется, наш вирус вышел на новый уровень. Это точно. Все-таки хорошо, что мы его сделали. Этот вирус... будет не только в нашем городе, а и по всем странам. Мы захватим весь мир. Да уж, наши девчонки такие красивые, в то же время страшные. Наши мурены. Ну чего, ты еще хочешь на тусовку? Нет, я хочу выжить. Все, можем ехать. А где Ева? Вы не смогли ее забрать? Она превратилась в монстра. Гарри ее... В общем, не важно. Она хотела тебя укусить. Идиот, она меня не хотела кусать, она меня любила. Точно. Зак же говорил, что они вроде не кусают того, кого любят. Как так? Теперь Ева с нами нет! Гарри, поехали отсюда быстрее!
Блин, тут, походу, бензина нету. Класс! Скоро нас с Ариэль ждет то же самое, что с Евой и Элис. А вам вообще просто капец. Пожалуйста, да может, подписчики, выдалось у нас свободные несколько минут, мы сидим под кондиционером, немножко охлаждаемся. Ролик сегодня получился достаточно интересный, да, насыщенный, да, страшноватый в меру. Ну, да? Не знаю, как вам было наблюдать это с экранов ваших мобилок, компьютеров, неважно. Но нам внутри было, ну мы кайфовали. Было интересно, очень классно. Очень интересный, как по мне. Ну, просто мак. Побольше будет. Да, на самом деле, да. Зак, хочешь интересный факт? Интересный факт? Да, говори, говори. Давай. Если да, интересный, конечно. По-настоящему интересный факт. Мурены не кусают тех, кого они любят. То есть получается, что они типа не бесчувственные, у хотя бы. У них остались какие-то чувства, страшно. Да. Вот, поэтому и черные глаза. Да, да. Поэтому я не бесчувственная, я люблю Талера, вот, да. Вот почему я его не упустила на причале. Вот оно как! Да! А мы-то думали. Ну, вот так там. Но Бетти меня упустила, поэтому... Ну, Бетти тебя и не любила, правильно? Да. Поэтому она тебя и упустила. Может, еще интересные факты какие-то, да? Есть интересный факт у меня. В общем, мурены кусают девушек, и они превращаются. Но, ну, парни, они не превращаются. Я вот, ну, так это... скажем, это подметила, это так немножко интересно и забавно получается. Это нечестно, я считаю. А может, я тоже муреной хочу быть? Ну, ты хочешь? Ну, это нечестно. Ты можешь стать, не знаю, Бэтменом. Если захочешь, все возможно. Подписчики, пишите в комментариях, если хотите видео про Мурена и Бэтмена. Да. Обязательно. И пишите, хотите ли вы вторую часть. Да. Потому что я пока вам хочу рассказать про мой сегодняшний образ. Мне было очень страшно немножко, потому что я разбила вирус перед какой-то Бетти. Потом он охватил весь город. Поэтому это очень было плохо. Мне было со стороны Бетти, когда меня кусали, меня Бетти укусила, и я трясусь, и это вообще ужас какой-то. Трэш. Это называется, кстати, преступная халатность. А меня поцарапали, и поэтому я целовалась. Мурены. Ну, в целом, понравился ли вам сегодняшний ролик? Да. Очень понравился, классный. А моментики какие-то именно вот? Вы там кусаете. Может, моменты есть какие-то, которые вам понравились? Мне очень понравилась сцена, где вы с Тайлером на причале. То есть я уже наполовину заражена. Да, это... Да. Ну, почти да, почти. Да, да. А вот мне интересно, какие вот вам сцены понравились больше всего? Есть такие, которые прям вау, там, не знаю, нервишки щекотают? Ну вот эта сцена с Бетти. Мне моя роль просто такая. Понравилась такая? Ну, крысюк я, конечно. Такой. Да, но в принципе, в целом нам всем, правильно я понимаю? Да, да, очень. Понравился наш ролик. И мы надеемся, мы... Не буду говорить, ладно, мы надеемся, что вам тоже понравился наш сегодняшний ролик. Обязательно пишите, если хотите вторую часть в комментариях. Можете в комментариях и не про вторую часть писать, а что хотите, что вы на завтрак сегодня съели. Да, а может напишите какие-то идеи, чтобы мы какие-то видео сняли, там, интересные, допустим. Мы в одном из прошлых влогов говорили, что мы достаточно видео по вашему делу снимем. Да. Поэтому продолжайте их присылать. И мы не забыли, кстати, про доску почёта. Мы искали интересные вопросы, и вот я один нашел интересный, но пока не на досточку отправляется. К тебе вопрос. Ева, веган ли ты? Я вегетарианка, но там 50 на 50. Полкотлеты съесть. Нет, я котлеты не ем, я рыбу не ем. Курочку могу съесть, ну и все такое. А там же отличаются. Есть вегетарианцы, а есть веганы. Это вообще ни молоко, ни яйца, ничего связано. И рыбу тоже не летает. Естественно. То есть продукты, получается, животного происхождения. Так это отказ. Даже мед там не шел. Ой, какой. Что? Ты же курицу кушаешь.
Ну, я сказала, говорю, я вегетарианка 50 на 50. Я котлеты не могу есть, рыбу не могу есть. Я люблю животных, но бургеры тоже люблю. Спасибо. Вот такой вот вопрос. И, подписчики, отправляемся, правильно я понимаю? Да, отправляемся. Ко второму. Ребята, всем привет. И сегодня у нас челлендж. Передаю камеру тому, например, кто много спит. Вот, я думаю, мы с вами начнем. Итак, я передаю камеру тому, кто много кушает. Что? Это я много кушаю? Ну, а кто? Нет. Да. Ладно, хорошо. Тогда я передаю человеку камеру, который постоянно забывает текст, могла бы себе передать, но все сделаю. Тайлеру. Что? Нет, я не забываю. Ребят, я передаю камеру тому... Кому? Передаю камеру тому... Тому, кто вечно опаздывает. Вот, придумал. Вспомнил. Что? То есть вы хотите сказать, все, что я вечно опаздываю? Понятно. Тогда я вам отомщу всем, понятно? Вот. Передам телефон камеры тому, кто влюблен в Тину. Пошли. Сейчас найдем этого человека. Очень интересный влог. Мне нужно тебе передать камеру. А почему я передаю, узнаешь потом. Правда? Да. Держи. А какая моя задача? Привет, подписчики! Мне нужно передать камеру тому, кто... А надо придумать, да, самому? Да. Хорошо, пока-пока. Хорошо, тогда я передаю камеру. Блин, интересно, почему мне камеру передали? Я передам камеру тому, кто вечно ноет. Идем. Так, а человек, который вечно ноет, сейчас вы его увидите. Сейчас вы его увидите. Мне надо передать тебе камеру за то, что ты узнаешь в следующем ролике. Нет, ты сейчас скажешь, или нет, ты сейчас меня скажешь. А мне не сказали, и я тебе не скажу. Нет, мне скажут, почему мне камеру передали. Нет, слушай, а я тебе скажу, почему тебе камеру передали. Нет. Пожалуйста. Нет. Вот, бери камеру и знай, что ты самая лучшая. Я тебя люблю. В общем, ребят, на этом мы, скорее всего, заканчиваем, поэтому переходим к Лоберсам! Заткнись, ниточка! Он чуть его не покусал, да, Ева? Но вроде как все было. Ты мне рассказываешь, не знаю! Ты мне рассказываешь! Заткнись, ниточка! Давай, иди! Да иду я, иду! Хорошо, что мы общаемся. Кто против, тот быстро отправится к тем девчонкам с красными червонными глазами.